Добрый вечер, это футбольный клуб, я Василий Уткин. Мы работаем в прямом эфире до матча на стадионе «Динамо». Первой стыковой игры за выход в финал чемпионата мира Россия-Италия осталось чуть меньше 2 часов. Две съемочные группы футбольного клуба уже работают в районе упомянутой арены. Еще одна отправится к месту событий сразу по окончании программы. Плоды нашей деятельности можно будет увидеть завтра в 18:10. И, естественно, на канале НТВ вы не ослышались, именно завтра, в четверг, в 18:10. Программа «Дистанция» ввиду важности событий снова уступит место футбольному клубу, его специальному выпуску. Информации из лагерей команд сегодня практически нет. Итальянцы в 20:00 провели абсолютно закрытую тренировку на игровом поле. Россияне же, по нашим сведениям, только немного размялись утром в Новогорске. В 6 вечера, вернее, чуть раньше, из-за снегопада, сборная России выехала с базы и сейчас уже, наверное, подъезжает к стадиону. Мы знаем состав сборной России, но не будем его обнародовать. По понятным причинам. Ведь Чезаре Мальдини, тренер итальянцев, заявил вчера на пресс-конференции, что одну позицию своего состава определит только когда узнает выбор Бориса Игнатьева. До игры еще довольно много времени, и мы не будем представлять нашим уважаемым гостям, их переводчикам, эти важные сведения. В общем, остается ждать. Мы продолжаем следующими по важности вопросами. Я волнуюсь. Состоится ли сегодня аншлаг и как поле стадиона «Динамо» выдержало мерный снегопад, начавшийся накануне ночью и продолжающийся до сих пор? Илья Казаков един в двух темах. Сегодня с самого утра зона Петровского парка стала местом повышенного внимания работников ГАИ и милиционеров. Подъезды к стадиону «Динамо», обычно доступны рядовым автолюбителям, преградили волнорезами. И только различные спецслужбы и обладатели заветных пропусков могли беспрепятственно ехать по своим делам. На самом стадионе с 9 утра копошились сотни-полторы солдат из инженерно-строительных войск при ФСБ. Вчера и позавчера военных было поменьше, а вот сегодня их сняли со всех остальных объектов и бросили на «Динамо». Объединенными усилиями за 2 часа была очищена от снега северная трибуна и дорожки вокруг поля. Можно было сделать это и побыстрее, но ведь солдатам торопиться некуда. В любом случае рядовой состав будет бродить по стадиону до 6 часов вечера, а потом вернется обратно в казармы. На игре смогут побывать только офицеры. Нас билет не дают. Сейчас как раз оттуда уедем, и все. А по телевизору посмотреть в казарму? Можно будет. Ну, там после 10 закончится. Ну и что? А был 10, нет? 10. Тихо. Конечно. Поле действительно в неплохом состоянии, разве что немного мокровато в штрафных площадках. И если к вечеру не посыплет снег, то условия для игры будут сравнительно сносными. Билеты на матч начинали предлагать с рук уже возле выхода из метро. Но эти вкрадчивые предложения деликатных спекулянтов энтузиазма у людей не вызывали, поскольку в полдень очереди у касс еще не отпугивали своей длиной. Болельщики подходили поодиночке или небольшими группами. И поэтому перед каждым окошком стоял человек 5-10. Пара перекупщиков уныло взирала на происходящее, дожидаясь своего времени. Их потенциальные клиенты, люди, работающие в серьезных компаниях и не имеющие возможности отлучиться с работы, подъедут к самому началу игры. А днем очередь за билетами занимала преимущественно молодежь. Вы хотите на него тоже купить или просто было не с кем оставить? Да нет, я просто думаю, что ребенка на такого не будут спрашивать билеты. В общем-то, проблем не будет, я думаю. Места там занимать отдельного не будет. Ну, вечером он пойдет? Обязательно, будем приобщать. А как же режим и вообще температура? Выдержит? Ну, тяжело, наверное? Выдержит, он закаленный. Дети-то они вообще же рождаются с иммунитетом уже, то есть независимо от жары, от холода. Ничего. Как тебя зовут? Причем были и такие, кто приехал, не зная цены билетов, и уже на месте искал выход из положения. А сколько тебе на билет не хватает? Мне не хватает. Ну, много еще. Я не буду говорить, сколько, но много. Ну, порядка 40 тысяч вот так вот. А еще такие, как ты, есть тут, не видел, которые приехали без денег, просто не хватает? Естественно, есть. Тоже люди на что-то надеются, хотят попасть на этот матч. К часу дня людской поток к кассам заметно усилился, и милиционеры принялись бдительно прохаживаться вокруг да около. Но сделано это было скорее по инструкции, ведь болельщики, купив билет, сразу уезжали в освояси, оставляя всю энергию на вечер. Наша сборная как надо сыграть сегодня против итальянцев, чтобы были шансы у нее? Ну, по крайней мере, не пропустить гол. Это 100%. Ну и забивать надо, конечно. Я надеюсь, что наш не пропустит. А кто наших может забить? Ну, я даже затрудняюсь. В принципе, ребята, все наступление у нас, вся атака может забить. Даже, мне кажется, по такой погоде, если ее рано выпустят, он может забить. Таранный мужик, поэтому я думаю, что получится.
Не осталось ни одного спортивного издания, которое не посвятило бы предматчевым раскладам большую часть сегодняшней полезной площади. Не буду повторять разнообразных аргументаций, приведу два довода, которые до сих пор мне не встречались. Один смешной. Известно, что какая-нибудь великая в футбольном отношении нация всегда не попадает на вожделенный турнир. В этом отборочном цикле пока все великие отбор прошли. Мало того, Италия осталась последним великаном, не решившим проблему французской путевки. Так что если всегдашнее правило сработает, именно Италия должна заполнить исторически обусловленную нишу. И второе, серьезное, которое стоит начать немного издалека. Настораживают слова, сказанные в одном из интервью одним из наших футболистов, имени называть не буду. Будто бы нулевая ничья тоже является итогом в пользу россиян. Аргументы, ведь на своем поле итальянцы пойдут вперед, и значит легче будет атаковать, и следовательно проще забить. И голы на чужом поле сразу дадут преимущество нашей команде. Это, наверное, неправильное и очень вредное рассуждение. Конечно, надо играть осмотрительно. И чем бы все сегодня ни закончилось, решающей игрой будет вторая. Но стремиться к ничьей нельзя. Доказал весь отборочный цикл. Решающая потеря очков, конечно, состоялась на Кипре, но вот если бы не играли на ничью, скажем, в Израиле, все было бы по-другому. Да и в Софии, судя по игре, сборная России тоже осторожничала, пока не пропустила гол, видимо, держа в памяти будущую игру в Москве. Поэтому тактика разумной ничьей нам не подходит. В этом смысле чисто психологически можно считать удачей, что первую игру мы проводим дома. Несколько минут назад мне сообщили, что сборная России благополучно добралась до стадиона «Динамо», игроки уже прошли в раздевалку. Об их настроении судить трудно, поскольку не удалось подойти близко и заглянуть в лица. Очень много охраны ждут приезда Виктора Черномырдина. Итальянцы пока не подъехали, но про них мы все и так знаем. Георгий Черданцев анализирует последние матчи тех футболистов сборной Италии, которые, если верить старшему Мальдини, будут стартовыми 11-ю. Лучше один раз увидеть. Алессандро Кустакорта – один из ветеранов сборной Италии. Костакорта, у него пятый номер, ключевая фигура в обороне Милана. Однако, как и вся команда, Костакорта сейчас не в лучшей форме. В матче последнего тура против Лечи Костакорта явных ошибок не допускал, но не всегда боролся до конца и не смог помешать игрокам Лечи забить два мяча и победить Милан. Партнер Костакорта по обороне Фабио Каннаваро из Пармы напротив находится в прекрасной форме. Свой последний матч в составе Пармы Каннаваро провел под 17-м номером против Боруссии в Лиге чемпионов. Каннаваро не допустил ни одной позиционной ошибки, а в конце матча ударом через себя из вратарской площади Пармы помог своей команде удержать победу. Одноклубник Каннаваро Дину Баджо в том же матче против Боруссии проделал огромный объем работы, успевая появляться на всех участках поля. Баджо имел возможность забить сам, и в то же время, благодаря его прекрасной игре в отборе, во втором тайме был остановлен опасный прорыв Шапиоизы. Еще ярче смотрелся в матче Лиги чемпионов Энрико Кьеза, который может появиться сегодня в стартовом составе сборной Италии на месте оттянутого правого нападающего. В Парме Кьеза действует в основном слева и составляет ударный дуэт клуба вместе с аргентинцем Креспо. Кьеза обладает высокой скоростью и прекрасным ударом. Он здорово выполняет штрафные, и кроме того, достоинство Кьезы в том, что он не чурается черновой работы и может быть полезен на любом месте. И все же больше всего Кьеза опасен, когда он на скорости врывается в свободные зоны на флангах. Во втором тайме после такого рывка Кьезы Парма была близка к тому, чтобы забить ворота Боруссии второй мяч. От действий миланца Диметрио Альбертини во многом зависит успех игры итальянцев при контратакующей тактике. Альбертини, как и Костакорта, играет неровно. В матче с Лечи Альбертини после подачи с фланга не сориентировался в своей штрафной, проиграл позицию нападающему, и тот, выскочив из-за спины миланца, открыл счет. Роберто Ди Маттео в лондонском Челси играет в середине поля и на пару с Дзолой определяет игру команды. Ди Маттео обладает сильнейшим ударом и может угрожать воротам издали, что он и продемонстрировал в матче с Лестером. Главная надежда итальянцев в атаке – Кристиан Вьери. В этом сезоне Вьери перешел из Ювентуса в мадридский Атлетико и уже успел стать ведущим игроком испанского клуба. Вьери в двух последних матчах за Атлетико забил 6 мячей, 3 в Кубке УЕФА по ОКУ и 3 в матче чемпионата Испании против Сарагосы. Вьери прекрасно готов физически, и когда мяч попадает под его бьющую левую ногу, у вратаря шансов спасти свою команду практически не остается. Все 3 мяча Сарагосе Вьери забил левой ногой. Первый с левого угла штрафной, второй с точки чуть левее центральной зоны, а последний опять с левого угла. Не исключено появление на поле во втором тайме Козираги, а выход Дель Пьеро на замену Чезаре Мальдини уже запланировал. В последнем матче за Ювентус Дель Пьеро принял непосредственное участие в разгроме Бари со счетом 5-1. Первый мяч хозяева забили сами себе после прострела Дель Пьеро, а во втором тайме присутствовавший на матче Чезаре Мальдини увидел гол и в элегантном исполнении Алессандро Дель Пьеро.
Вот сборная Италии, как только что выяснилось, тоже уже на стадионе, а россияне в эти минуты прогуливаются по газону, опробуя поляну. Снегопад продолжается, однако поле практически в нормальном состоянии. Правда, играть, скорее всего, придется оранжевым мячом, поскольку во время матча поле наверняка покроется снегом. До начала чуть больше, чем полтора часа. Все предыгровые расклады сделаны. Остались одни эмоции. Осталось только проверить каждую эмоцию, на месте ли она, правильно ли функционирует, и результатом станет вера в себя, если вы футболист сборной России, или в свою команду, если вы болельщик. У нас сильный соперник, но его можно победить, его можно забивать. Да, за весь отборочный цикл итальянцы ничего не пропустили, но ведь тот самый сухой вратарь Перуцци в Москву не приехал. Играть будет Пальюка. О том, как многообразно может он пропускать, иронизирует Роман Трушечкин. Второй вратарь итальянцев Джанлука Пальюка сегодня стал основным. У него, в отличие от непробиваемого Перуцци, вполне земная репутация, ничто вратарское Джанлуке не чуждо, и пропускать обычное для него дело. В обозреваемой коллекции палюкинских огорчений голы на любой вкус. Но не принимая во внимание мячи, пропущенные с 11-метровых, можно нарисовать себе достаточно определенную картину безнадежных для миланского голкипера ситуаций. Выясняется, например, что чаще всего Пальюка не справляется с ударами, направленными точно в углы ворот. Чуть реже мячи минуют Джанлуку в результате его неполноценных выходов на их перехват. Ситуации разные, но суть неделима. Первый номер миланского Интера, недостаточно подвижный многими своими вратарскими успехами, обязан лишь верному выбору позиции. Не исключено, что уязвимые места в игре Пальюки досконально изучены выступающими в итальянском чемпионате футболистами, которые бьют Джанлуки по углам с любых дистанций и при любой концентрации защитников вблизи его ворот. Этот пример должен стать заразительным и для российской сборной, игровой стиль который предусматривает розыгрыш мяча до верного с обязательным проникновением в штрафную. А на удары с больших расстояний Пальюка не успевает среагировать очень часто. Катастрофически бессилен итальянский вратарь и при дальних обводящих ударах. Подборка игр Пальюки в серии А выявляет убойную для таких ударов точку из района примерно по центру ворот с линии штрафной. Чтобы так забивать Пальюки, вне всяких сомнений, нужно мастерство исполнения, которого у игроков итальянского чемпионата хватает с лихвой. Пальюка не может найти в себе силы среагировать на мяч, пущенный по дугообразной траектории в девятку, и чаще всего в оцепенении провожает его взглядом. В любом случае, россиянам сегодня будет не до футбольной эстетики. Нужно просто пробить Пальюку, и неважно, красиво это будет сделано или нет. Все на сегодня. У подъезда Останкинского телецентра нас ждет машина. Мы едем на футбол. И у вас еще есть шанс. Билеты по-прежнему можно купить у стадиона «Динамо», правда, с рук. Однако цена самых дорогих пока не превышает двух номиналов. Есть смысл попробовать. Весь футбольный клуб сегодня будет на игре, включая женщин, кто по аккредитациям, кто по билетам. Напоминаю, что мы увидимся с вами завтра в 18:10. У нас будет специальный выпуск, в котором мы расскажем обо всех перипетиях матча. А сейчас, если вы на стадион, не жалейте глоток. Если дома, держите кулаки за сборную России. А снегопад не самая серьезная проблема. Есть средства, в том числе, как вы понимаете, народные. Играйте в футбол. Я надеюсь, мы встретимся на стадионе, а завтра в эфире в хорошем настроении.